Ребята, вы знали, что рафинированное масло очень вредное, и в нем нет никаких, абсолютно никаких полезных веществ. Его уже давно никто не отжимает холодным прямым отжимом. А сначала семечки просушивают угарным газом, а потом заливают окислителем. Вот так происходит процесс рафинации этого масла. То есть и это будет просто высокоуглеводная пустышка, в которой нет никаких полезных веществ, ни токоферола, ацетата, то есть который витамин Е, никаких жирных кислот, ничего-ничего абсолютно. И это делается для того, чтобы получить больший объем. Это чисто коммерческая цель. А не зря наши бабушки и дедушки с вами всегда пользовались жирами, вытопкой, да, из свиного сала, что гораздо полезнее, как выясняется. Плюс топили масло, в нем высокое количество содержания всяких полезных веществ. Плюс, если мы еще сделаем из топленого масла масло гхи, то есть оно получается путем длительного томления на медленном огне, тогда там сохраняются все полезные вещества, и они богаты множеством витаминов. Представляете, ребят? Вот век живи, век учись.